С этой центральной площади Арцаха я приветствую всех армян мира. Я приветствую мировое и гордое армянство. Я хочу вспомнить тот лозунг, от которого ревела вся эта площадь в 1988 году. Это площадь Возрождения. Потому что Арцах — это Армения, и этим все сказано. И мы будем жить и живем в свободной и счастливой отчизне, свободной и счастливой Армении. Мия Цу!